Крупную партию синтетики изъяли у жителя Кентау наркоборцы в Шымкенте. 9 пакетов с мефедроном мужчина перевозил в салоне Hyundai Elantra. Автомобиль сотрудники УПН городского департамента полиции задержали в ходе оперативных мероприятий. При остановке водитель на глазах у полицейских в попыхах начал выкидывать пакеты с порошком на улицу. Но снять с себя подозрение таким образом ему, естественно, не удалось. При проверке съемного жилья задержанного оперативники обнаружили еще 150 граммов синтетических наркотиков. Так, общая масса изъятых психотропных веществ составила почти 3,5 килограммов. Это более 4000 разовых доз. Подозреваемый взят под стражу. Не исключается вероятность того, что он может быть причастен и другим аналогичным преступлением. Отметим, что за сбыт наркотических средств в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Подозреваемого в сбыте наркотиков в крупном размере задержали полицейские в Туркестанской области. Полицейские установили 44-летнего жителя Сауранского района по подозрению в сбыте наркотического средства в крупном размере. Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Туркестанской области задержали подозреваемого, у которого изъяли около 70 граммов марихуаны. Кроме того, при обыске в доме мужчины обнаружены 2 спичечных коробка с семенами наркосодержащего растения, приспособление для употребления наркотиков и другие вещественные доказательства. По факту сбыта наркотических средств проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства. Ернур Бубиев, Диана Блядь, «Новости».